Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю Гамойский Skyrim Special Edition. Что ж, давайте замутим темку с обучением на мага. Чему бы и не, да? Добро пожаловать. Мы как Какие люди в Голливуде, да? Пожалуйста, садитесь, слушай. Итак, интересно, куда должен сесть? Прежде всего, нужно уяснить себе, что магия... Да ты чё? Своей непостоянно... Какой ужас! Если ты не Она непостоянна! Как же теперь жить? Ну все, капец. Я заметил, органианина нет. Зато темная эль, да, есть? Прикольно. Конечно, моя дорогая, конечно. А КТ, по-моему, и раньше был КТ. Какой-то он странный, облезлый. Я говорю об ну ладно. Контроле, о мастерстве магии, чтобы овладеть им... Ща как зажарю. Хей. Практики, так. Жаль, ему нельзя помочь. Окей. Именно об этом я и говорю. Дерзкие коты. Умеряться осторожностью. Какой осторожностью? Смотри, что умею делать. Фу, сруда! Понятненько. Хе-хе. Какие-то тарапыки, блин. Нахрена ты меня спрашиваешь? Я такой же, как и все остальные. Да. Окей. Видите, он тоже согласен. Почему вы нам что-нибудь не покажете? Действительно. Все это время я стоял молчал, они такие, о, надо спросить этого парня. То он так молчит. Интригующий. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. И чё? Вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Да ладно. Почему именно я должен быть в качестве подопытного кролика? Тебе знакомы заклятия обереги? Нихту вабла. Для того и нужен это. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Встань вон там. Приди сюда. Но прежде надо получить новый уровень. Да. Так, это все мило здорово, конечно. Любители по ушам ездить, да? Карманы, кражи, взлом. Ох-ох, чё тут у нас боевая стойка, вихрь ударов. Так, да, пожалуй, мы вот маленечко этого подучим. Так, где тут? Нет, колдовство. Да, малый оберег вот у меня есть. А ты блокируй его. Поехали. Давай. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Сейчас я вас шарахну молнией. Пожалуйста. Понятник. Лидия свалила в ужасе. Ну, давай. Окей. Ты, тварь, будешь работать или как? У меня уже мана кончилась. Какой ужас. О, господи. Фух. Нервов не побольше. И чё? Так вся мана, блин, кончится. Никакого толку нету. Да ты чё? Каких таких примерах? А. Раскопки. Окей. Встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. Так. Все. Всем спасибо. Всем спасибо за внимание. Вася. Да. Так, готово. Все с ними ясно. Наркоманы. Ох-ох-ох. Я думаю о множестве так. Насрать мне, о чем ты думаешь, чувак. Вот, не поверишь, ну, абсолютно. Как-то до одного места. Что ты там думаешь, где? Я вот на коровку смотрю. О, господи. Мне что, 6 сосков? На вымене, нет? А, ее перевернуть нельзя, блин. Ну, ладно. Думал, можете себе перевернуть. Там будет что-то такое эдакое. Необычненькое.
Так, я, кстати, какие-то ингредиенты же подобрал там, да? Надо их сожрать. По-любому. Неважно. В любой непонятной ситуации нужно все тянуть в рот. Особенно, если ты подозреваешь, что это какая-то магия. Так, чудо-природа, крапивник. Стражи рассвета, драконорожденный. Ну, это отдельно, да? У нас... Квест внутри квеста. Так, и где же этот сортал? Далеко, нет? Ну, в принципе... Я чё, могу отсюда... Как бы пойти, да, туда, в том направлении мне... Все равно вот сюда надо. Однако... Хе. Данстар. Зал дозора. Нифига себе. Блин. Шикардосики. Ох-ох-ох. Что ж. Пожалуй, я продублирую маркер. Чтобы понять, куда мне идти. И попрем туда. Так, по деньгам, кстати, надо проверить, что у нас 3000. 3000-ки, блин, мне бы, конечно, не помешало продать половину дерьма, которое у меня есть, но... Да ладно. Бывает, в принципе, похуже, да? Ты кто такой? Вася? Гонец? Так. Опять гонец? Да ладно, прям-таки мой друг. Категорически, дружище, да? Братан. Ну где? Что-то не понял. Говорит, в руки отдать, и я что-то ничего не нашел. Так, письмо от друга. Да. Понятно. Да ты чё, дружище? Какой дружище у меня появился? Нежданный, да? Незваный. Ну ладно. Погнали. Кажется, я как раз тут найду то, что я хочу. Оп. А точнее, что я хочу? Правильно, приключения. Как же иначе? О, господи. Вон там впереди какой-то скучающий пот. Надо подойти, посмотреть, что он хочет. Возможно, я немножечко смогу его убить. Было бы здорово. А он уже меня заметил. Пусть руда тебе, несчастный. Нет, еще я могу тебя убить. Как тебе такой, Варик? Че за пацаки такие дерзкие? Так. Блин. Жопа. Вау. Какой-то был он слишком уж дохлый. Золотишечка. Уйди, путеньки, кого я вижу? Да это же белоснежный. Белоснежный Левушка. Либо тигр, кто его знает. Снежный саблезуб, получи, несчастный. Ее. Готов. Так. Шкура, да, стоимость. Клык. Ей. Так, здесь больше ничего такого интересного нету, да? Окей. Тогда. Так, меня не кисленько так покоцали. Ну-ка, надо подлекаться. Кстати, оживление зомби. Совсем забыл. Надо замучить их душонки. Так, он слишком крут. Так бы сразу написали, что он получак Норрис. Так. А ты крут? Не, ты лох. Тогда будешь зомби. Так. Теперь с тобой осталось разобраться. Ясно. Он круче тебя. Извини, ничего не поделать. Я сделал все, что мог. Так. Как лучше пойти?
Мне бы еще дракошку найти, немножечко похитить его же жизнешек. Было бы классненько. Знакомое место. А это и есть тот самый Сартал. Понятно. Здесь обычно, кстати, бандиты всегда есть. Сейчас как-то никого нет. Странно. Карту посмотрим, может что-нибудь еще есть поближе. Так, ладно, пока они тут сиськи мнут, я думаю, может ТПшнуться продавать половину хлама. Нюка. Почему бы и нет, да? А то мне как-то тяжко так ходить своим пешком. Я капец как переполнен. Да, кстати, точно, ведь я половину всего напродавал уже ребятам. Если у них вообще что-либо. Так, стой. Я не говорю, что... Погляди. А то я твоего мужа уже напродавал. И он ничего не хочет у меня покупать. Давай-ка ты мне что-нибудь прибери. Такое приобретешь интересненькое. Прикольно. Колу наставим. Стальной боевой топор. Блин, даже не знаю, по-моему, ручный меч как раз таки так то же самое. Стальной меч, кстати, тренажка, да? Так, это вампирская броня. Это мне не нать. Это тоже. Если ты это все приобретешь, будет вообще потрясающе. Так, из разного, да, тут полосочки кожа. А у тебя что? Ой, транская это. Обмундирование? Неужели это я тебе перепродал? Обалдеть. Я уже и не помню. Эй. В натуре это я, походу, и перепродал. Если что понадобится. Так, я все равно почти что перегружен. Почему? Потому что у меня тут есть куча всего такого. Эдакого, да? Что они мне не хотят купить. К сожалению. Гляни в магазин. По-моему, больше некому тут особо-то продать. Я это барахлом. Можно, конечно, попробовать тут. Ну, давай попробуем. А вот... Тебе... Чё с делником? Тик. Всё, погляди. Так, братишка, денежки пока у тебя есть, да? Блин, не густо. Ну, зато вот это дерьмо можно ему продать. Это хорошо. Я хотя бы избавлюсь от этого всего. Так, болезни, да, это полезное зелье. Я не буду его тратить. Так, лекаря. Бренди. Так. Ясно. Пожалуй, это я продам. Свитки. О, блин, ну все, бомж. Обалдеть. Жесть, мужик. Ты что такой бомжара? Ой, господи. Родственников он собрался мне купить. Шутник. Так, книжки навряд ли купит у меня. Ты? Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына. Да ты чё? Они тоже знают правду, но неразумно обсуждать. Так. Опанчки. Если ты действительно хочешь помочь, приходи ко мне домой. Я расскажу тебе все. Здорово. Много? Пожалуйста, давай поговорим наедине. Так. Посмотреть-то можно, а? Никому не мешай. Получается, мне придется все-таки пойти, наверное, в храм. Так, кстати, да. Захаваю маленечко, чтобы излечиться от всякого дерьма. Вот так вот. Здорово. Офигеть, да, на какие жертвы приходится идти. Чтобы хоть пару тысячонок поднять.
Не знаю, есть ли новые заклинания, но пока что на данный момент все весьма печально. Попробую продать им какой-нибудь лабудень. Так, талантливый ты мой. В принципе, да, можно все это старье ему продать. Почему бы и нет? Крохотный камень душ, вот можно тоже спихнуть. Совсем чуть-чуть, да, осталось. Блин, мне не хватает малесечку на покупку своего дома. Да. Ну-ка, может, у них есть зданики? Да. Возможно, я смогу тебе помочь. Ни хрена ты мне не можешь помочь. Гостям, но тебе все же следует уважать. Так. Понятно. Заданий у них для меня нет. Что ж, хорошо. Не густенько. А все-таки они мне нужны. Заданица. О, кстати, так быстро потемнело, офигеть. Наверняка можно в гости к той несчастной сбегать. Так. Оу. Дети опять бегают без присмотра, ёкарный бабай. Ну да ладно. Я думаю, как-нибудь переживу. Эй, Вася, ты чё бегаешь с топором? А. Возможно, да, возможно, нет. Хм. Я даже не знаю, кто ты, мужик. Успокойся. Убери оружие, пожалуйста. Не паникуй. Просто поговорим. Ладно, мама. Ошиблись, так ты здесь, чтобы так помочь? Возможно. Хм. Знаю, что Торольд жив. Вот так. Он... Эти проклятые сыны битвы. Хм. Им что-то известно. Они это скрывают. И оно где-то в их доме. Я не смею. Зашибись. Поэтому мне нужна твоя помощь. Какие ох, как угодно доказательства того, что Торольд жив. Конечно, они так прячут доказательства. Но ты так должен заболтать их так, чтобы они утратили бдительность. Сыны битвы. Все знают. Окей. Они знали, что заперли его где-то, чтобы отомстить нашей семье. Я в этом уверен. Да уж. Странные у вас домыслы. Ну ладно. Надо отсюда выйти. Чё мальчичек тут будет здоров? Ну, раз уж нас так совпало, что здесь покровы ночи. Так, дом сынов битвы. Совсем рядышком, да, со мной. Ну ладненько. Оформим. Взлом с проникновением. Только чур без грабежа. Так. Надеюсь, мне не придется ни с кем разговаривать, потому что все-таки я в чужой дом проникаю. Как-никак, да? Воровать я ничего не хочу. Так. Вася. Проснулся. Тише. Вася проснулся. Ну все, кипиш. Все. Так, ночью, конечно, блин. У меня показатель скрытности, конечно, не айс, поэтому я шумлю, как шифонер, блин, со стеклянной посудой. Так. Неужели женщине нельзя побыть наедине с собой? Оставь меня. Блин. Блин, блинский. Окей. Присядем на скамью, подумаем о жизни. Я все еще здесь. Хорошо. Что именно? Действительно, что именно?
сесть. Ладно, садись, подумай о жизни. Оп, готово. Ну вот, посидим, подумаем о жизни. Так, как раз до вечера. На утро пропустим, когда они на работу все уйдут. Либо на рынок, либо просто прохлаждаться где-то будут, и мы проникнем в дом. Что-то еще? Так. Да, еще 3 часика, пожалуй. На всякий пожарный. Вот. Чтоб стопудняк встали. Пошли, вставай. Тихонечку. Готово. Сейчас осмотримся. Кто тут у нас есть? Блин, мужик, давно должен был уйти. Тебе здесь не рады. Да я в курсе, что мне тут не рады. Так, это получается я один, да, шумел? Она здесь спокойно сидит. Шумел я один. Ну, еще 2 часика пропустим. Так. Проба пера. Посмотрим, что тут у них есть. Блин, кто-то тут жив. В том плане, что кто-то тут есть. Судя по шуму. Так, тут еще что-то шконочка. Вау, бабка. Обалдеть. Чуть на бабулю не попал. Ладненько. Все-таки. Аккуратненько откроем дверь. Блин, спа. Да, я знаю. Мне надо идти, не ссы. Блин. Ай. Чувствую, так все свои отмычки сломаю. Тихо, мужик. Кстати, падение сортала. Ну надо же. Экс. А вот, собственно. Ага. Тихо-тихо, пацак. Я ухожу. Все, ухожу. Не весело, когда все тебя гоняют, почем зря. Не то слово. Мы выступаем? Как да. Скажешь, Тан. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. Ну, если учитывать тот факт, что ты бессмертна, то это весьма эффективная, да, клятва? Так. В чем проблема? С той стороны зайти. Так, погнали. О, как. Здорово, мужик. Есть. Тебе удалось что-нибудь узнать? Какую-то книжку стырил. Хочешь посмотреть? Так и знал. Дай взглянуть. Талмор. Опа. Клянусь. Так. Северная сторожевая крепость. Я сделаю все возможное. Нельзя оставить Торальда на растерзание этим чудовищем. Так. Да. Точно. У меня есть верные люди. И только и ждут моего знака. Многие готовы помочь мне спасти брата. Хорошо. Погнали. Я дам тебе шанс. Но если ты не справишься, я пойду туда сам. О, да. Я-то и не справлюсь. Заботься, летил, Давид Хельм. Скажешь тоже. Так. А, чу, медь. Однако. Эй. Это как мне туда попасть? Ешки-матрешки. Пидорить, будь здоров. Однако.
Да уж. А что такое? А. Ну-ка, скала, блин, я думаю, что за хрень? Текс. Настоящим сокровищем Скайрима был Вайтран, пока... Да. Интересно, если бы я с ним согласился, у меня ТП, ну туда нет. Наверное, навряд ли. Ну что ж, вернемся в Сортал. В принципе, я продал все, что лишнее было. Теперь можно смело идти дальше. А вот уже несчастный. Что ж, здорово. Тикс. А где еще один? Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику. Да, кстати, еще здесь на продажу. И заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Так, хары мне мозги компасировать. Ученика адепта. Слушай, херня твои эти навыки все. Все, что у тебя есть. Да. Не густенько. Ха. Так. Хорошо. Погнали. Когда войдем, держись рядом со мной. Оу. Ты кто? Думаешь, хитрить, я тебя прикончу. Ты кто такой? Я серьезно. Ты кто несчастный? Мне не до разговоров. Думаешь, вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. Я даже не знаю, кто ты, мужик. Но я знаю, что я тебя убью. Тек. Ха. А, идиот. Чуть не чихнул, блин, от таких страстей и мордостей. Так. Кстати, у меня есть, да... Свет свечи. Да. Отлично. Молния. Ну вот, сразу светлее стало. То в потемках как-то вообще не камильфо. Так. Окей. Кирочка, кстати, эта тема. Руду можно подобывать. Это, по-моему, кстати, как раз залежи руды. Экс. Поехали. О, да. Я так импульсивен. Смотрите, сколько энергии в добыче руды. Лет через 100, так чувствую, у меня все получится. С таким-то, да, энтузиазмом. Печалька. Почему там болтает, блин, наркоман? Все что-то... Какую-то хрень несет. Действительно, получено разрешение. Три раза его получали и пять раз еще подтверждали. Все тут все незаконно, братиш. Так, прочитанная книга. Что там? Печалька. Печаличный мальчик. Так. Где мой свет, я не понял. Как доверять, да? Такие вещи. Когда светильник пропадает. В потемках мне тут не кайф шарохаться. Факел, кстати, крайне расточительный вид света. Ай-яй-яй, не могу пройти. Что ж я такой жирный? Придется здесь пролезть. Лидия, мне такое ощущение, что мы с тобой единственные, кто сюда спустились. Остальные где-то жопятся. Либо еще не дошли. Даже не знаю. Да.
Так, я оттуда пришел. Вот эти типы спустились сюда. Не думаю, что нам тут место. Так. Много будешь думать, быстро состаришься. Такс. Хм. Еще немножечко света. Отлично. Так, то я заберу, пожалуй, себе. Что я сюда могу выложить? А где-то какую-то хрень взял, какой-то мусор. Вот, спорченная книга. Нахрен она мне нужна. Оп, готово. Что ж, надо найти секретную дверь. Она где-то есть тут. Только вот я уж не помню точно где. О, амулет какой-то. Ау. Что это было? Что чувак. Это да. Это могло случиться, опа. Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Ну не знаю. Одеть, что ли, надо? Оу. Ты видишь? Стена. Где? Ух, нихера себе. Да ты чё? Серьезно, что ли? Действительно. Нет, это не тот эффект. Судя по всему. Опа! Готовы. Хм. Экс. Кажется, он куда-то ведет. Что ж, посмотрим куда. Да, действительно, посмотрим куда. Опа. Веселые остатки предыдущих любопытных чувачков. Такс. Здесь гробы, в них всяко кто-то есть. Кто-нибудь допрячется. Книжки порченые. Зачем тут печать? Что это за место? Надо призвать мечик. Не знаю, чего нам тут ждать. Ну явно ничего доброго. Так. Ауч. Что это такое? Подожди. А. Наркоманы. Здрасте. Какое счастье. Да ладно. Хм. Окей, и чё? Я рад за них, а я в них не верю. Реально замерли такие. Оп, во времени. Прикольно. Я клянусь, так. В тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Сюрприз. Боюсь, я ничего не видел. Это ты не видел. Это твои проблемы. А я только что собрал добротную кучу грибов. Орден псиджиков? И опасно. Никак не связан. Наверное, так. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Так, хорошо. Угу. Давай. Что-нибудь да найдем. Готов? Есть еще желающий? Так, тут нет. Что именно поразительно? То, что на нас напали? Или что? Нужно быть готовыми защищаться. Где там еще типы? Куда-то все попрятались. Однако. Тик, я готов.
Поехали. Давайте немножечко поджарим. Держи, несчастный. Вот. И тебе. Угощайся. Лидия, я тебя спасу, не ссы. Так, еще и живые. По-моему, все. Отлично. Так. Нет. На секунду показалось, что здесь еще кто-то валяется. Ну, вроде бы нет. Ну-ка, восстань, несчастный. Так. Всякое дерьмо попадается в этих нордских руинах. Опа. Готово. Так. Где же я это найду? Мужик, куда именно идти? Вперед, в смысле туда? Да ладно, ты шутишь. Ты ж пошутил. Скажи мне, что ты пошутил. Видимо, все-таки нет. Окей. А, кстати, да. Я тебя прикрою. Так, я хочу посмотреть все-таки, что я тебе замечу дал. Я с радостью понесу твою ношу. Я рад за тебя. Да, тоже четырка. Тогда ладно. Я просто подумал, что все-таки у нее там тринашка. Все-таки у нее четырка. Тогда ладно. Тогда пойдет. Даешь меч в руку. Тут всяко есть кто-нибудь, кто прячется. О! Ловушка. Да ты че? Будьте путеньки. Ай, больно же, бяка. Полегче, братиш. Вот так вот. Фух. Чуть не прибили. Надо подхилиться. Малесечку. На тебе, несчастный. Обаньки, добиваница. Готово. Отлично. Тыкс. Чё тут у нас? Пока ничего такого страшного нету, да? Однако. Надо все рассмотреть. Тут не зря же есть путь. Да? Все. Вот там есть он, сундучок. Опачки. Зашкирить от меня вы хотели. Не пойдет, ребятки. Ауч. Минус отмычка. Блин. Блинский. Вот. Отлично. Конечно, херня спрятана, но что поделать? Бывает. Так, все, погнали. Можно было бы, конечно, поднять труп к себе на помощь, но так чисто для прикола. Толку-то от него особого нет. Так, тут ловушка. Я знал, что она сейчас наступит в нее. Ух ты. Нейс. Получай, сволочь. Опачки, красава. Так, сзади никого, да? Все хорошо. Пока что хорошо. Парниши. Подкинь. Подкинь-ка эту штучку мне. Не будь бякушкой.
крутить надо, да? Чтобы активировать. Иначе потом стукнет. Печалька. Так, начинается с этой. Здесь должен быть орёл. Есть. Здесь тунец. Здесь орёл. Так. Цунейко. Тут Вася валяется какой-то. Здесь тунец. Там орёл. Ну чё, рискнём здоровьем? Оп, готово. Отличненько. Так, на ловушку похоже. Однако. Чинишь это на ловушку похоже. На тебе, несчастный. Слушай, ты крепкий парень. Я тоже так умею, смотри. Ты думал, ты конец, что ли, болотной такой? Сейчас, размечтался. Умри, несчастный. Так. Опасная, опасная игра. Даешь подхил. Так. Сволочушка. Чуть не прибил меня. Новый уровень даже получил. О как. Шикарненько. Так, хорошо. Нет, нет. Становление. Так, разрушение у нас тут есть, что новенькое? Так, заклинание. Мороз, вот молнии. Я с молниями люблю баловаться, так что, пожалуй, их маленечко улучшу. Отлично. Тик, готово. Лобысь меч, не в помощь. Там руна наложена. Ну, Лидия нашла, когда зевкать. Однако. Оу, ништяк. Так, готово. Змея, тунец. Ах, да, блин, они ж будут меняться. Орел, тунец. Так. Блин. Здесь придется помудохаться. Так, тунец, змея, орел, тудец. Так, так, так. А, они, в принципе, вот продублированы. Так, когда он следующий перевернется, желательно, чтобы он был змеей. Это я понял. Так. Рыбка, да, будет? Вот тут нет. Так. Меняет эту. Да. Конкретно его меняет. Вот. Здесь надо, чтобы змейка была. Понял. Так. Как бы все хорошо, да, но... Дергаем. Есть. Фух. И 20 лет не прошло. Подожди, мой мальчик. Подожди. Не буду тебя ждать, отстанет меня. Манчила. Железный шлем. Пошли. Дождался, когда я все выполню.
Теперь кричит подожди. Уйти путенький, какой шарик. Скучающий дяденька сидит. Хе. И не говори, блин, какой кошмар. Никогда не думал, что мы найдем что-то подобное. Да. Оу, парнишка веселый. Такс. Конечно, все хорошо, здорово, мило. Ничего не работает. Так. Пока ты там попробуешь, он меня тут прибьет нахрен. Однако. Мужик, давай быстрее что-нибудь предпринимай. Это сволочь бессмертная. Давай, ща мы его получи, сволочь. Все, да выделывался, мазафака. Ау! Это было больно. Так, фух. Обалдеть. Так. Что ж, для начала, Лидия, иди сюда. Молодец, что хочешь понести мою ношу, но я хочу тебе кое-что подарить. Интересное. Кстати, да, была в электричестве гораздо круче. Блин. Держи булаву. Я надеюсь, она тебе понравится. Так. Быстрое лечение. Искры. Призванный меч. Ну ладно, если честно, призванный меч, конечно, хорошо, но... Все-таки я хочу быть магом, значит, надо больше магии пользоваться. Нужно быть готов... Так. Я разочарован. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Саву Суарину об этой находке? Да вообще, мечтаю, блин. Кстати, у меня что, теперь две части, да, амулета? Так. Это покруче. Окей. Можно как-то вкратце, да, обойти. Все это дело обойти аккуратненько и куда-нибудь прийти. Так. Для начала сундучок. Ага. Прикольное колечко. Жаль, только оно мне нахер не надо. Ну ладно. Изучим новое слово. Пожалуй. А, отлично, лед. Окей, лед так лед. Что поделать? Клик. Ау. Вот оно где. Загадочное место. Ну ладненько. Погнали отседова. Что ж. Здорово. Воу, серебряная жила. Надо подолбить. Вне всякого сомнения. Отлично. Готово. Фух. Блин, как лучше пойти? Своим пешком или еще что-нибудь порасследовать. Плюс исследовать новенькие территории. Авось поджарю кого. Там какой-то маньяк есть. Какой-то храм. Надо позырить, что там в этом храме есть. Ой, дыкова. Драконья морда. Умри немного. Надеюсь, ты не обидишься. Так. Хм. Где-то там находится то, что я видел. Или это храм какой-то? Хрен его поймет. Вижу только вон там большое, мягкое, мурчащее животное. Икси, близуб. Иди-ка сюда. Проследуйте на растерзание. Пути-пути. Готов.
Так, Лидия, ты опять там торчишь? Хер знает где. Как же она любит проебываться. Так. Ок. Какое интересное место. Так, пустынно, главное. О, как. Бедолаги. Маленечко умерли. Так, маяк. Ого. Сюда если упасть, то конкретно. Однако. Как бы обойти в аккурат. Пожалуй, лучше здесь. Так, там какие-то парни веселятся. Ну-ка. Пойдем посмотрим. По-моему, это вампиры. Умри немного. Так, ути-пути. Так, кровавый вампир, нихера себе. Серьезный парень был. Горстка пепла. Не один был. С кем они бились? С обычным разбойником. Странно. Так. А, он был не один. Теперь многое объясняет. Так, 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 так. Это заберем. Щит. Просто бандит. Окей. А что такое в небе? Книжка какая-то. Я все еще здесь. Да ладно. Серьезно, что ли? Я с радостью понесу твою ношу. Какое счастье. По-моему, булава ей не нравится. Но не нравится ей. Да ладно. Пойдем дальше. Что-то здесь до хера вампиров бегает, капец. Че, они так любят холод, что ли? Ужас. Держи, волчара. Все. Зажарил. Несчастных. Там саблезубик бегает. Я думаю, надо помочь парнише не скучать. Готовы. Икс, иди сюда, несчастный. Дай на тебя крикну маленько. Оу. Все, подохни. Другое дело. Я уж думал, меня загрызет нафиг. Ну да ладно, видимо, не мой день. Ну, в том плане, что не мой день сегодня умирать. Не настал мой час откинуться вот так. Сколько козлов здесь бегает, капец. Куда ни глянь, коза, 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 коза. И не вы маяк. Интересно, кто здесь тусит? Кто тут живет? Так. По-моему, там лагерь. Этих несчастных. Имперцев. Вау, сколько их тут. Подохни. Ты тоже подохни. Не кажется ли, это дракон был сейчас? Не знаю, что, но что-то грохнулось. Еще весьма не кисло. Так, подохни. Есть. Эффект. Но реально, по-моему, был дракон. Или олень. Хрен поймешь. Я не успел рассмотреть. Что-то грохнулось, это точно. Ладно. Погнали. В лагерь.
Так, Лидия, ты где там опять торчишь? Опять ты где-то там втыкаешь. Что ж ты так долго любишь втыкать? Так. Отлично. Имперцы. Чего такое, парни? Какое счастье. Здорово, мужик. То есть ты сразу так к делу, да, перешел? Действительно. Что ходить вокруг да около? Так, железный орудень. Мне сейчас из нее все равно особо нечего делать, поэтому лучше продам. Денежку подзаработаю. Что тоже будет большим плюсом для меня. Форт какой-то весь раскуроченный. Рядом Данстар. Отлично. Неплохо. Так, там кто-то есть. Что самое интересное, кто-то ходит. Экс. Смотреть кто. Паучки. Уйти, потеньки. Паучки. Подохни. Ну, отстань от меня. Тик. Ты тоже получи. Блин, меня отравили. Хреново. Очень хреново. Ай-ай-ай, магии не хватает. Вася, помогите. Помогите, убивают. Лидия, блин, ты где? Втыкаешь. Где еще один паук? Их было трое. Сомневаюсь, что он просто так исчез. Однако. Ох, Лидия, блин. Так понадеешься на нее и сдохнешь. Однако. У нас есть хлобысь молний. Надеюсь, ей понравилось. Так, это руда, это, конечно, все хорошо. Да ладно. Вот собственный Данстар. Тоже неплохо. Оп. Хлобысь подхилились. Готово. Веселые ребятки. Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей, да кого мы мы больше говорят, не солдаты. Уходи. Какие кошмары. Ну, а до того момента так. Стар уже не раз подрезал. Мой долг охранять Брину. Надеюсь, так. Он глупец, на Хелген топишь. А насчет работы? Можешь попробовать застать Скальда в хорошем настроении. Так, понятно. Это на другом конце. Вот растяпа. Да ты чё? Ох уж я растяпа какой, а. Где Бути? Это чё за таджики? Я говорю тебе, эти сажа спасёт нас от этих кошмаров. Вот увидишь. Бедолаги. Мучаются от кошмариков. От кошмариков, комариков. Так, куда дальше пойдем? Ути-пути, что я вижу? Так, победителя я добиваю. Ах ты, сволочь. Полетай немного. Готов. Интересно только другое. Так, маг-ученик, да? Кто он там? Огненный. Кого он убивал? Ледяного мага.
Странно. Странные вообще ребята. Однако. Друг друга просто тупо валяют, потому что, видите ли, он огня, а он льда. Вечные враги, блин. Бредятина. Просто захотели убить друг друга, вот все. Вот и нашли себе оправдание, да? Вау, парниша как быстро сдох. Чую, он, наверное, сам охерел. Держи, несчастный. Да. Вау. Сверху, да? Я подумаю. О вашем поведении, уважаемый. Тик. Блин, пользуется тем, что не могу до него добраться. О, работает эффект. Подохни. Хлобысь. Надеюсь, это ему помогло умереть. Ну, или, в принципе, Лидия могла помочь. Там чуть-чуть-то осталось ему до смерти. Так. Окей. А, посмотри, что у него было интересное. Секунду, где-то здесь же умер. Вот он. Вот он скопытился. Отлично. Так. Это еще рядом есть. Лагерь. Погнали. Попутешествуем тудым-сюдым. Сюдым-тудым. Так, из этих мест обычно драконы вылетают. Мертвые. Сейчас что-то никого. Желающих нема. Ну ладно. Так, сек. Талмарцы. Это, конечно, темка. Попытаться их убить. Не знаю, получится, нет. Что парни-то они крепкие. Блин, рядом лагерь. Еще штраф как нахерачит мне. Но он типа ходит. Ладно, не буду париться. Да потом платить еще деньги. Со штрафами. Так. Понятно. Какие тут ребятки тусуют. Погнали дальше. Рядышком есть лагерь братьев Бури. Такс. Обалдеть, какую даль. Можно упидорить. Если захотеть, да? Хм. Однако. Что там у нас? Такое эдакое прячется. Нет, ничего. Домик разрушен. Окей. Маленечко покричим. Так, куда-то я припидорил. Полюбас. Солитюд, что ли? Или что это? Я уж забыл. На возвышенности у нас находится. Здесь где-то рядом Фолкри должен быть. Я же на болотах. Кстати, болото должно быть замерзшее. Оп. Каев. Тек. Ути-пути. Некромат-новичок. Ну давай, понекрофилируй с этим как-нибудь. Понравилось? Так, светокатавасия, камень душ. Херня. Есть сколько-то интересных вещей. Кто-то просто тупо в горстку пепла превратился. Бедолага. Не повезло. О! Ну надо же, я пришел туда, куда мне надо. За рогом, кстати, как раз. Обалдеть. Просто так тихо шел-шел и опаньки нашел. Стальные сапоги, да?
Она все равно не хочет их таскать, сволочь. Так, готово. Что это у нас? Кума. Так, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом серию закончилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.